История сбежавшей от охотника медведицы в станице Оржановской Алексеевского района принимает новые обороты. После того, как региональные и федеральные СМИ придали историю огласке, в станице отказались от идеи убить сбежавшего зверя. Стали искать другие способы обезопасить местных жителей. Вечером 16 апреля правоохранительные органы сообщили о том, что медведица вернулась в клетку. На этом местные власти успокоились. Происшествие исчерпано. Однако жители станицы так не считают, ведь где гарантия, что зверь вновь не вырвется на свободу? Кроме того, волгоградская медведица уже попала под пристальное наблюдение известной зоозащитной организации «Вита», которая резко высказалась об общем равнодушии всех участников этой истории. Центр защиты прав животных «Вита» обращается в прокуратуру, в том числе природоохранную, департамент природопользования и Роспотребнадзор, и призывает провести и проверить законность нахождения медведя у охотников, выяснить место пребывания, место приобретения, у кого это было сделано, каким образом и откуда привезено животное, в каких условиях и на каком основании оно содержится, почему все надзорные органы закрывают на это глаза. Или это уже считается нормой, что охотник держит в клетке огромное дикое животное? Кроме того, этим он подвергает опасности всех местных жителей, что доказал этот вопиющий случай. И где гарантия, что этого снова не произойдет? Почему власти, облкомприроды, полиция и прокуратура делают вид, что все в порядке? Разве дикий медведь в частном доме это теперь норма или налицо просто потворство и прикрывание данного охотника? Согласно официальному ответу администрации Волгоградской области, Оржановское охотничье угодье, егерь которого содержал животное в неволе, закреплено за общественной организацией – Волгоградским областным обществом охотников и рыболовов. Но почему-то ни местные власти, ни облкомприроды, ни прокуратура и полиция пока не заинтересовались вопросом, что в доме у охотника на привязи делает дикий медведь, не для притравки ли собак.